Раз, раз, раз. Раз, раз, раз. Раз, раз, раз. Так, короче, ребят. Давайте зайдем на паблик. Сейчас заинжектируем. Никсвар. Так. Блин, КСК открылась уже. Блин, КСК открылась уже. Так, давайте сейчас вас там обложку поменяем. Так, да, 720p есть качество, нормально. Пойдет. Так, теперь в творческую студию заходим. Никсвар у нас уже. Так, мне нужен конфиг СС. Давайте зайдем на какой-нибудь паблик, например, на вот этот. Карта, кстати, которая мне нравится. Сейчас у нас кстати, кто так Новый год отпраздновал? Мистали. Прикольно. Теперь будут пинать вообще по штуку, да? Жестко.
лошек. Ты видел меня? Что громко играть? Хэсика дали. Пойдет? Пойдет. Так. Челик. Хэснули. 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 Так, в принципе, конфиг разваливает для такого чита, как Никс. Неплохо. Кстати, конфиг можно мой купить в баскшопе. За 50 рублей там будут еще луашки новые крутые. Бесплатных обновлений. Например, вы купили чит. Никсвар купили, конфиг у меня. В Никсваре вышел апдейт, можете купить у меня апдейт. Или купить апдейт конфига плюс луашки. Ну, короче, там продается конфиг плюс луашки сразу. Например, я в видеоролике уже играл с новым конфигом, можете попросить просто апдейт, я вам скину новый конфиг. Задержку я поставил маленькую, чтоб не застрим снайпили. Хотя тут тяжело будет снайпить меня. Это будет очень просто изи кат для вас. Ну, короче, просто чтобы меньше лагов было, я поставил задержку меньше. Точнее, больше. Тут задержка прям небольшая, но такая ощутимая. Активчика что-то нормально, никто не хочет выходить. Вроде в Дискорд скинул стрим. Хаесик. Оп. Хаесик. Нас хэстнули, блять, как бомжа ебаного нахуй, потому что мы играем с Никсваром. Кстати, ребят, Кавасаки КФГ не покупайте, полная залуба, блять, мой в 300 раз лучше нахуй. Но если хотите купить конфиг этого бомжа, можете купить у меня в шопе. Он там будет за 20 рублей. Мой же будет за 50. Потому что, блядь, Кавасаки какую-то хуйню там настроил нахуй. Вообще невозможно, блядь, сказала масса нахуй, блядь, сейчас с Пандоры нахуй зайти, блядь. Все, он такие маленькие, вот так чик-чик-чик, ножичком нахуй почистить. Вообще, блядь, изи-катка нахуй будет. Ну, имеем мы здесь всех пока что на данном сервере. Ну, как имеем? 19 счет. Ну, нормально, отыгрываем, похуй вообще. Кстати, научите меня боксить, я даун, да. Я буду нести всякую хуйню, потому что пока никого нет. Ну, потом кто-то будет пересматривать и угорать с этого. Да, я уже представил это. Опа, по легендуару не попали. Ну, это очевидно, это же Никсвар, это же имбачит. Слушайте, какое-то обновление, у меня Никсвар был для обновления. Пока что лашек еще не схватили, всяких хон, вот эти светла. У меня куплено светла, но обновление пока туда не завезли, потому что бомжи не могут ничего сделать нового. Ну, вообще похуй на обновление, даже такие антиимы, которые там были, пойдут. Даже можно не ссылаться, без проблем.
не ебать мне мозг. Мистер, конечно же, блядь. Легендвар. Клёвый мистер, я не знаю, потому что у меня бложка не загружена. Вот хитлер. Сейчас будем смотреть, нахуй, что это из нас за пиздец происходит. Раз КС. Сейчас нас, наверное, хэснут. Ну. Блядь. Нет, не хэснули. Сука, нас пиздят по жопе. Ой, блядь, for moment. Ой, боже мой. Как с этим можно играть? Вот. Что за обновление? Желашек новых нет. Я думал, это же нахуй с криком Пандоры можно это было. Ну, если что, конфиг на крик Пандоры тоже можно купить. Ножки будут. Все, типа, ну, смотрите, ебать. Легендвар юзера нахуй отпиздили он. Блять. Вы должны были убить, короче, ничего не знаю. Кстати, что думаете насчет Наурлзова 3-го? Я думал, что хуйня полная. Лучше сразу, короче, Primordial покупайте, инвайт за 4000. Ребят, нормально. По шапочке отвесили. Тарасика. Хорошо, что это где-то. Ага. О, наш легендар юзер. Ладно, ладно. Пойдем сюда. Кстати, кто-то на стриме сидел. Покинул нас. Что не так? Оп-оп, три хаесика. Ебальчик. На ноль. Ни разу не как-то раз в году, пиздец, нас отпиздили, блядь. Так. Так. Бля, почему на стрим кто не заходит? Обидно как. Я тут стараюсь потом сказать интересно. А, тут вообще всем похуй. Всем похуй. Люди, кому нужна паста Неверуза? Никому. Феликс сидит, блядь, который мне пытался на Никсор наебать, у меня даже есть профиль. Ну, переписывайся. А, бля, подумал. Это же Афокамис. Точно. Ай, тарасы. Чем нахуй? Неврулз гитнем нахуй. Суфиев, блядь, нихуя не сделал. Вов посмотрел один бокс. Ой, ебать, как хэсы, нахуй. Смотрите, блядь, счет 42-34. Гет эти нахуй, Никсвар. Ты тоже конфиг сохранить заново. А то я же лашечку подключил. Все, нахуй, новое обновление. Покупайте, блядь, новую лашку. У вас нету ее. Оп. Блять, обидели нас. Ну я реально могу сейчас с Пандоры зайти, и пизда всему миру нахуй будет. Ну, не хэснули, конечно, этот Миксвар. Миксвар может хэснуть только бомжей всяких. Не хаеснуть по типу, который головой, блядь, стоит. Что нахуй такое? А, о, легендвар зафиксил. Нормально. Ща мы начнем. Опа, на. Блядь.
профессионалы. Так, давайте включим какой-нибудь другой конфиг, например. Вот конфиг какой-то есть интересный. Давайте это просто заинжектим, залоудим. Так, хедшотсы. Ну, я же вам сейчас спалю свои настройки. Давайте с доплтапом поиграем вместо ХС пока что. Все равно вообще одна и та же. Бот, вся скалка, играешь. Ну, мы прям мисали вообще. Просто как кайфу не придумаешь. Я же раньше хайшотсы не использовал. А, хотя на этом конфиге получается вообще настройка и бота другая. А, все, на хай ставим. Давайте попробуем чуть-чуть интима даже перенастроить на этом конфиге. Конфиг вообще даже бесплатно. Другой конфиг нужен обязательно. Вперёд пули нахуй, предиктить, фиксить. Кажется, я просто так отстримлю АФК нахуй и всё. Может он, блядь, стрим... Если ты нахуй запустишь, чтобы вы на него посмотрели? А, подумали, что это я стримлю. Потому что я не знаю, никто не заходит, скучно. Блин, боди FPS, ну блин, нахуй, оптимизация. 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 Ну ладно. Грубо нормальный конфиг. Тоже взял гандон. Кстати, ребят, хочу вам показать один груз. Это Shadow Race. Ой-ой-ой, Shadow Race, какой дикий бом. Дикий крутой чел. Ой-ой-ой. Верлус пастая. В смысле? Чё? Ай, бай. У меня показалось, что у меня стрим умер. Вот это прикол, типа. Оп, хс нали. Выходим, 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 пикаем, пикаем. Памау! Хсик. Хайсик. Оп, не единичка. Оп, двушечка. Потому что второй пули зафиксили. Да, я гений. Так. Так. Блять. Кстати, слышал, добрый раз, меня тут чел пытался заскамить, короче, на XVAR. Он пытался у меня подписку украсть. Он предлагал, короче, блять. Только почти заскамил меня. Ну я двухфакторку поставил, у меня подошел на шаром, тупорылый был гитаром.
всех перехуярим, братья. Все потому что это может быть. Так тихо, на медию, блядь, не мешайте. Опа! Блядь. Сраный ботинок. Хащер. Ну, хащерник. Раздельник, друзья, он хоть сделал на хачерник, а и сегодня у нас разоблачение телочек с тиндером. Сегодня притворяюсь бабой, блядь, в интернете, потому что ей ебану. Пососи, блядь. Нет! Хватит. Опа-на. Смотрите, ребята, показываю один раз. Вот один раз показываю в этой жизни. Он сейчас показывает точно один раз в жизни. Как умирать, блядь. Короче, нахуй, пошли на фурию с паблик. Мне даже никто копейки не задонатил, пидорасы. Вот задонатьте мне. Пожалуйста. До дошек. Во, Water Arena. О, на Razer, как... На сервер Razer пошлите, короче. Да. Где задержка большая? А, нет, маленькая. Get God. Хорошо, сука, пал нахуй. Сразу всех. Так, надо микрофон погромче включить вообще, вот так говорить, да? Опа. Оп. Будем мисать, просто мис на миссии, на компромиссе. А что у него в бейсе позвал? Ну надо вот так говорить сразу, понятно. Нет. Гандон. Сука. Миндемыш не помог. Ну, хаесик. Сразу видно где-то эти конфиг нейзера. Он меня не вывезет, потому что он не сходу хуйню парит. Или сына, или сына. А из-за чего вы поругали? За него, я не помню. Блять, Андрей, сука, ебаный сервер. Чё ты пугаешь? Ой, стоп. Даун на сервере. О, кто-то зашел. 100% с паблика, потому что никто не заходил миллион лет. Хейсик. Бля, пиздец, нужно на первую арену срочно. С моим... И тут, блядь, на первую арену полезешь. Сука, гандоны. Сэншвали, сука, на миндемедже сидел. Ну, похуй, мы его отмели.
сейчас нас отымеют. А, нет, мы отымели. Ну, бля, Пандора, да, имба, если с моим конфигом играть. Там еще ложки бесплатно даются при конфиге. А ложки там, ну, нехуевые такие. Пидорас, блядь, стрим снайпер ебучий. Бля, никто не пишет скучно пизде. Блядь. Ой, нахуй. Ну нахуй хаесом, блядь. На сколько мы там на 9 хп нахуй переиграли? Бля, пиздец, позор. Пятую карту давайте. Я не знаю, что тут. Вот как тут играть? Вот как тут на первых аренах играть? На фуре все намного легче. ХС, чё? А-а-а! Софт спримордиал, серьёзно? Пизда нам. Он спримордиал, парни. А хули у него 120 хп, алло? Чел играет со 120 хп, это вот ну, такой чму просто, блядь, донатер. Или тут донатить нельзя. Ну понятно, суд походу приморлял. Тварь ебаная будет батить нас. Сука. Ой, чё мощница. На нахуй. Пельмешек. А у тебя чё, софт примордиал? Да, у меня примордиал. Я купил. А, понятно. Понятно, свипка сидит, играет. Умник. Ну, этот неинтересный уже Никсфар юзер. Его обыграть просто что дурака. Вот так вот просто, ну. Пизда. Ну пиздец, он сипка только играет нахуй. О, новый чел какой-то. Попробуем с ним поиграть. Ну, переиграли. Ничего страшного. Давайте быстренько зайдем на Фуриус ХВХ. Через 5 минут я, наверное, выключу стрим, потому что актива 0. Хотя, что я ожидал от нулевого канала, когда у меня есть основной. Ну, на основном почему-то стримить нельзя. Это очень интересно, почему. Почему? Пишет, что стрим мофнулся. Нет, идет. Ну вот, закончился. Арена. Эх, Нейзер умер ты. В смысле умер? По активу типа умер или чё?
Да, эти, бля, ролики с Майнкрафтом вообще залетают нормально. Стримчики, не знаю, первый раз решил постримить. АФК 100%, да, фейк АФК. Нормально, да. Блять, только захотел лофать стрим, все. Далеко вообще не выкладываю, живи, ПЖ. Да я не знаю, про что выкладывать. Я на РВ редко играю. Про что? На штурме ХВХ вообще нихуя не будет залетать. Что там делать? Типа на штурме ХВХ не хочу. Мне ютуберку не хотели выдавать, поэтому все так-то. О, этот зашел. Как тебе там? Чинахэд, супер тим, во. Да, блядь, что за хуйня? У меня на телефоне, нахуй, мой стрим вылетает, блядь, 30 тысяч раз. Якобы диплом уже закончился. Нахуя, Дэс? Давай, донать свой RTX 3090 мне. И все. Давай, пикни меня. Сука. Ах ты, опа, нахуй. Ой, пизда, мне. Я не знаю, какую мне тематику выкладывать. Но на какую-то надо тематику выкладывать все равно ролики. Ну, я не знаю, что выкладывать, потому что шторми мне не хотят ютуберку выдавать. Что творить, давай, давай. Мне, кстати, сегодня чел пытался обмануть на сапку Никсвара. Он, короче, сказал, давай я тебе навроус, это мне Никсвар, я согласился. Я знаю, что ты супер тим, чел, и что? Давай RTX 3090 мне свой донать. Короче, сказал, давайте на Урос, это не XVAR, я согласился. Оп. Ну, убили. Здесь, кстати, за террористов сложнее играть, тут вам пушить надо. Все фейка, фейка, то чему ебано. О, хайс, ну ладно. Закрысили.
Понятно. Oscar Mike. Ну какая третья арена, алло? Пиздец, там просто одни NL юзеры ебучие, нахуй. Давай сейчас нахуй мне... А, ну ладно. С чем он играет? Непонятно. Но я хочу с фаталом сыграть. Да. Вот. Еще хотел бы сыграть с типом жирный хлеб. То он меня просто хэснул один. А, все, это проигрыш, забейте. Забайтили. Так, все, сейчас мы будем на первой арене играть, получается. Нужно пропотеть на ней. Кстати. Ну! Ой-ой-ой, протупили мы очень сильно. Хочу реванш. Ой, это кто? Ну это неверлузер. Хай, смотри. Кай, фарики. Берет выпрыгивает, я такой. Чик-чик. Лютый пом. Чик-чик-чик. Просто, блядь, перехуярили. Просто вообще... Ну, Рулус не пенит. Оп-оп-хоп-хоп. Вот такой бы не хопчик. Ага. Вот, смотрите, жирный хлеб. Давайте его сбайтим опять. Рома, только главное не ступить уже. Ну, алло. Ну... с нуля закрысили типочка. Ой, пиздец, как пинганула. Так, это кто у нас? Это у нас... Ну, в принципе, мы на первой арене с Никсваром, это уже что-то.
это уже что-то интересное. Я вам так скажу, дорогие друзья. Так, Артём Граф. Забайтим дауна. Угу. Мартон Луа. Так, кто-нибудь что-то написал? Никто. Купить тоже никто ничего не хочет. Жалко. Да, блядь, АФК, сука. Бля, она сейчас на четвертую арену скинет. Или на три. Погуляем. Погуляем, разгуляемся. А я за КТ ему пуш надо, мне вообще похуй. Собака! Чё пишет? Ой, такой гордый типочек. Ау, мама-ба. Ой, писаю. Давай переиграем. А. Куда ты миснул, бравый трип? Ну ладно, я знаю, почему я миснул. Да потому что все очень просто. Потому что пинг. Тут из-за пинга просто мисаешь, хуй пойми куда. Да и плюс КФГ тестовый, а в группе не тестовый. Я просто сейчас конфиги меняю, тестирую, типа. Давайте попробуем чинить. Поставить новое. Например, вот так. Что-нибудь такое интересное построим. Ну так давайте тоже сделаем. Чуть-чуть изменили настройки. Тоже тестовые были. А чё, стрим мертвый делать? Нормально, мне битрейт выдают. Нормально. Пойдет, пойдет. Ага. Так. Мы же конфиг еще потестим. Давайте это запустим. А шо так тэпает жестко? А, все, скажите моему интернету спать. Короче, ладно, стриму пока. Короче, давайте, всем пока.